Местом проведения зонального этапа 10-го всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» стал актовый зал корпуса лицея имени Данилова. Здесь помимо участников собрались группы поддержки, коллеги и гости, которые перед началом конкурса выступили с приветственным словом. У настоящего педагога, у которого горит сердце, только он сможет зажечь в сердцах наших детей ту искорку, то огромное желание к творчеству, к созиданию, к интересу и, конечно, к развитию личности, в целом. Неравнодушные и творческие. Так говорили о тех, кто на пользу общему делу стремится в своей работе воплотить новые идеи, проявить индивидуальность. Лучшие представители отбирались по многим критериям. Для участия в конкурсе учителя представляли программу своей деятельности. Презентации были разнообразны, и в каждой можно было найти свою изюминку. Поэтому, по оценке специалистов, роль таких конкурсов переоценить сложно. Члены жюри, которые экзаменовали учителей, работают в сфере образования не первый год, но на подобных мероприятиях всегда открывают что-то новое. Посторонки создаете из дерева, обычные досочки и кузи. То есть мы восстанавливаем все народные традиции. Вот, пожалуйста, вот эти вот изделия народные гайтаны, которые называются, они выполнены на станках. В подобном конкурсе Ольга Рязанова принимает участие в первый раз. Основная ее профессия – методист Центра детского творчества. Помимо этого, она ведет кружок бисероплетения. Просто захотелось испытать свои силы, попробовать, на что способна. Так прокомментировала Ольга. Однако на победу надеялась с самого начала. Это поможет мне в аттестации, повышение квалификации как педагога. Ну и, естественно, повысить мою самооценку. Конечно же, для достижения цели конкурсантам пришлось приложить немало усилий. При подведении итогов учитывались результаты каждого тура. И хотя выбрать лучшего оказалось нелегко, победители были определены. Звание лауреата первой степени заслужила Ольга Рязанова. Ей предстоит представлять наш край в Тамбове на региональном этапе. Дипломантом стала Ольга Тетюхина, преподаватель кадетского корпуса. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов, «Наш город».